Бескрайние леса, непроходимые болота, озера и, конечно же, побережье Белого моря. Все это своими глазами увидели нижнекамские школьники. Недавно ребята вернулись из Республики Карелия. Больше всего в Карелии мне понравилось северное сияние. Ну, это было просто великолепное зрелище. Оно, можно сказать, нас там встретило в первую же ночь. Республика Карелия – место загадочное и красивое. На западе она граничит с Финляндией. Здесь сохранились древние названия городов и сел. Историю этого места, его традиции, особенности флоры и фауны ребятам рассказывали опытные сопровождающие. У них круглый год практикуется дайвинг, зимой айс-дайвинг, то есть они ныряли под лед. Мы даже наблюдали этот процесс, и они нам со дна моря доставали морских звезд. Мы видели тюленей в бинокле, правда, только. Добирались сюда школьники 40 часов на поезде. Там ребят и их педагогов встретили организаторы тура, а после отвезли к побережью Белого моря, где и располагался жилой корпус. Там были лекции по географии, биологии, геологии. Дети многое познавали. Не только это учебная программа, это не только школьная программа, а выходящая за пределы школьной программы. Поездку в Карелию ребята выиграли в конкурсе, заняв первое место. Школьники подготовили выступление на тему «Жизнь и обычаи кряшен в Татарстане». Организатором конкурса стало Русское географическое общество. Светлана Шумкова, Ренат Харасов, новости Татарстана. Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24».